Привет. Такие классные песни играют, мне прям так нравится. Так, Денис, не надо этого делать, пожалуйста, я сейчас буду сбиваться. Это чей голос вообще мой? Стой, дай-ка я сейчас сниму. Мне так нравится ехать, просто вы не представляете. Так, ну пожалуйста, ну Денис, ну выключи, я не могу так вести прямую трансляцию. Это я не понимаю, где голос мой, а где твой. Чего? Вау! Ой. Вау! Вот это да! Это что делаете? Стойте, а мы не в центр едем или в центр? Мы проедем же мост? Мы в центр едем. Ше или ще? Ше. Ше, почему у меня выдает ще? Какая чё ще? Я не понимаю. Я пишу ше. Руха написано. Руха. Здорово. Ну. Здорово, кто-то пишет здорово. Это Рухшона, блин. Рухшона, смотри. Тире Рухшона. Не знаю, просто я какой-то странный. Короче. Ты человек, господи, какая неполярная. Ай, да, она как мне жизнь. Стой, кто там смотришь? Пусть на меня все посмотришь, какая я. Ужасно. Я в шоке, ребята. Полный Джингл Беллс, ребята. Джингл Беллс? Зачем меня снимаешь? Мне так не нравится. Я только запрокину голову, она меня снимает. Вот дурила. Больше я могу тебя не снимать? Да, на мой аккаунт не снимай. Да нет, я ору. Ору, говорю. Что? Ты меня слышал? Нет. Я просто слышу, что ты говоришь. Маша! Ой, Денис, надо его посмотреть. Нам нужно убрать шмотье. Денис, что ты делаешь? Он же свой... Не пиши такое имя. Вот дурила. Все сразу вышли, они тебя испугались. Денис, зачем всех распугал? Зачем всех распугал? Вот дурила. Денис, почему я такая? А Денис на тебя смотрит. Давайте помахаем. Дурилка. Дурилка. Айдана. Никто не видит. Ну, кстати, тебя Тарас. Ой. Водитель вообще-то... Нет, что машина крутила. Вы его отвлекаете. Я только вас слышу. Так, она... Ну да. Мы пришли поснимать трансляцию. Я узнаю. Привет. Ару. Нас. Да, да, да. Кто там свой? Не знаю, кто это. Привет. Господи, Айдан, опять их распугаешь сейчас. Вот, давай, короче, масочки. Давай. Масочки. А я? Ребята, снова маски. Ты так красиво.
Знаешь, школу, что ли? Ты самолет вообще. Мадам, у тебя комнаты, в курсе? Ну, наверное, может, и знаю, может, и нет. Раз из самолета. Ой, зачем я так сделала? Ты так красиво, невыносимо. Ты что не ржала так-то? Ты так красиво. А что меня? Невыносимо. Рядом с тобой будет неубинно. Зачем вы включаете эти фигуры? Потому что мне интересно. Я думаю, они не сделала трансляцию. А никого нет? Да, все свалили. Было 12 человек, они все ушли. Ой, ну что, на Москву? А что, как быстро? Значит, мы быстро вообще едем очень сильно. Да, где пробки? Нет, бывает. Такие глаза странные. Капец. У меня вообще все странные. Ты так красивая. Смотри, как я сейчас так делаю, так осталось. У кого-то этот шанс попал или что это? Та-та-та-та-та-та-та. Ой, ой. Псины. А ты резина убрала, кстати? А? Или жена? Я, знаешь, короче, на уроке сижу. У нее хотел на бошку, получилось, но вот так в руках. Она его поднимала. Я на Настю спрятался. А она как херонила. Да блин, Денис, тут никого нет все равно. Где там? Здесь покажи. Ира только. Смотрите, это мой парень. Мой. Да блин, зачем? Нет, привет, Ира. Да не резину. Мы едем, прикинь, куда? Мы едем в музей. В театр. Если я нашла Настю, провела тут. В музей, блин, мы едем, да. Свет. Она хоть прочитала меня? Держать ее. Нет? Она... Она не человек, похер. Вот так красиво, невыносимо. Меня просто никто не любит, то там и Эмю. Меня. Подожди. Пять. Ребята, Orange Globals, кто там? Алена 7333. Не знаю, кто ты, привет. Не знаю, кто ты, привет. Охренатик, сладкий мальчик. Бонжур, бонжур. Ты так красива, невыносимо. Опять люди уйдут. Она страшная. Чё сказал? Бонжур. Понимаешь, это голос мне прям, потому что я фанчурок. Потому что сладкий винатик. Почему нет машины? Пацан, короче, обзвал другого пацана, знаешь? Как? Давай. Ты лысый. Сейчас. Ты лысый. Ты лысый. Почему я же включила маску? Ты лысый. И чё? Почему тебя не распознают? Потому что я не человек. Я давно это понимаю. Погоди, на собаку попробуй, по-любому. Я на собаку уже делала. Пипец, ребята. Почему? Ребята, блин, один человек, полный пипец. Давай это в Инстаграме. Ой, ВК, может, увидишь трансляцию. Вот там людей будет дофига. А что, можно? Вообще-то да, скачаешь, короче, приложение специально в ВК Лив. А у тебя есть? Да, сейчас скачаю. ВК Лив? Да. Лайв. ВК вообще не грузит. ВК Лайв, да. Да, не грузит? Грузит. Я она сейчас тоже написала, то, что ничего. Меня инсту грузит, а ВК вообще не. Короче, какая-то Алена 733 пишет. Это кто я такая? Сам не знаю. Дайте покажите.